И хочу начать я вот с этой большой посылочки, которая шла ко мне всего 17 дней. И принес ее мне курьер. Это потрясающая сумка, которая сейчас стоит на Алиэкспресс около 2500. Вообще она там за 4 поставлена. Не знаю, сколько она будет стоить в Москве. Но мне удалось ее взять за 1723 рубля. Со скидкой. И там я еще предоплату монетками делала. Так, я еще даже ее не скрывала. Сейчас мы с вами все посмотрим. Запах, конечно, уже идет. Я чувствую запах такой кожзаменителя. Но я надеюсь, что он выведется. Постараюсь не шуршать, чтобы было вам меня слышно. О, это просто какой-то шедевр. Смотрите, какая красота. Она, во-первых, очень большая, объемистая. И я чувствую, что там внутри она что-то еще лежит. Вот, смотрите, какая ручная работа. С другой стороны кармашек. Молния. Здесь еще для большой ручки, я так понимаю. Печать стоит. Gummy Style написано на них. Ну, я вижу, что здесь вот прям все кристаллы приклеены, пришиты. Вот такая она. Здесь вот прям, смотрите, розочки какие. Все нашито, все очень аккуратно, все очень добротно. Прям... Я в восторге, это ничего не сказать. Здесь большая ручка есть внутри. Я, наверное, ей пользоваться не буду. Рекламка от продавца. Здесь пакет, чтобы она форму не потеряла. Какая прелесть. Кстати, многие грешат этим и не кладут. Это же очень важно, чтобы вот она не помялась, чтобы сохранила всю свою прелесть, красоту. Прошу заметить, фурнитура здесь вся металлическая. Все, здесь одно отделение. Это, наверное, единственный ее минус. Но здесь есть вот два кармашка с одной стороны. И на молнии кармашек внутри с другой. Вот. Ну, такая она на выход. Она не на каждый день. Куда-нибудь пошел так. Ну, я довольна. Так, стой немножко рядышком. Так, следующее, наверное, тут такой разброс у меня. Наверное, мы начнем с аксессуаров разнообразных. Вот первое, что я схватила. 295 рублей, 42 дня посылочка ко мне шла. И здесь две повязочки на голову. Вот такой вот расцветки, как у меня платье сейчас я сижу. Вот распаковывать не буду, заказывала это у меня подружка. И вот такой тоже ободочек детский, здесь розочки. Все простенько, все со вкусом. Все красиво выглядит. Так, следующий лот у нас 39 дней и 155 рублей. И это часики. Посмотрите, как упакованы замечательно. Тоже здесь воздушные такие вот прослойки, чтобы они не попортились. Такой пакетик с воздухом. И вот такие вот часики. Часики, не знаю, заводить, наверное, нужно. Или просто вот вынуть здесь заглушечку. Заглушку вынимаем, и они пойдут. Я так думаю, что без батарейки, кварцевые. Возможно, что одноразовые с такую цену, но очень-очень милые. Так, следующий пакетик. 26 дней, 182 рубля. И здесь у нас такая вот сумочка, типа косметичка. Они там есть разных цветов. Вот синенькая, в данном случае трекерные молнии, два отделения. Вот, ничего особенного. Можно прицепить куда-нибудь на пояс. Немножко торчат ниточки. Качество, конечно, так себе. Сняла их. И здесь вот еще одно отделение посередине.
следующая посылочка. Здесь у нас был такой вот набор разных аксессуаров. Это колье, браслеты. И они как-то их расписали по разным посылкам. Я их сейчас собираю. Никак не могу понять, что мне пришло, а что еще нет. Здесь вот в данном случае две позиции. 45 рублей, 35 рублей, два кулончика. 26 дней шли. Их упаковали в один заказ. Это вот такой ангелочек. Ангелочек огромный просто. Я не знаю, как его на шее носить. Но он прям громадный. 8 сантиметров, наверное, вот так вот, судя по размеру. Прям будет биться об грудь. Вот, дальше. И вот такая милая-милая совушка. Совушка очень элегантная, красивая. Я с удовольствием такую носила. Вот. И такие вот переводные наклейки на руку для детей положили. Очень мило. Подарок. Так, следующее. Это вот как раз тому заказу. Еще кулон в виде слоника. Тибетское сделано серебро. Винтажный такой. Ну, кстати говоря, я думаю, что он будет больше. На самом деле он такой очень аккуратненький, красивый оказался. 66 рублей 43 копейки и 26 дней шел. И, наверное, последний на сегодня лот. Это платье для девочки. Платье дешевенькое, 260 рублей, 25 дней оно ко мне шло. Синтетика. Вот, заказываю я на 6 лет. Тут написано 120. Вот такое оно простенькое, очень-очень тоненькое. В принципе, на лето, конечно, пойдет. Ну, я думала, что, конечно, хлопок. Но, к сожалению, нет. Очень тонкое, прям вот прозрачное. Но по размеру нам хорошо. Я приложила прям очень-очень хорошо. Вот и все на сегодня. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо за просмотр. Жду вас в своих следующих видео. Всем хорошего настроения. Пока-пока.